Значит, последний код и дверь, говоришь, да? Ну ладно. Блин, я так хотел сейчас гранату достать, но потом опять вспомнил, что нам нельзя убивать никого. Потому что не очень-то это хорошо. Так. Ага. Так, один. Там точно, по-моему, должен быть. Это ты? Да я, ёб моё. Эй! Никого нет. Кто там? Ошибаешься, парень. И баночку. Делать, что ли? По идее, да как разница, можно было обычную. Может, того вызволить оттуда? Сюда, сюда, помогите! Идет сам. Ой-ой-ой. Он где-то рядом. Я в укрытии. Сам придет. Мы его там застрелим потом. Бежишь. А, он там пойдет. Понятно. Сюда, сюда, помогите! Вызовите охрану! Или... А, он тут идет все-таки. Ага. Пожалуйста, не делайте мне больно! Да, чувак, не ссы. Не, мне нельзя делать больно. Я сам на это пошел. Да. Да, боеприпасы, конечно, у нас не особо. Так. Батарея. Это еще только начало, так понимаю, да? Всего веселья. С нехваткой патронов. Мины. Я не буду, наверное, делать пока. Оставлю обычную мину, короче. Так, у меня там это, да? Ага. Пластиковые патроны. Вообще, если, кстати, включить здесь шум дополнительный. Где? Вот этот вот. Дополнительные шумы. Слышим, да? Но я раньше с ними играл, сейчас их отключил. Слишком как-то шумно громко. Не надо мне это. Фоновое дополнительное там это. Так, вот этого чувака надо будет это. Он проснется тут. У меня патронов не хватит, чтобы его завалить полностью. Так, кто-то еще живой, да? Так, ну иди сюда. На помощь! Хотя этот не громче. А, они, ну так, сейчас ничего уже не сделают пока. Неплохо поешь, парень. Закрыто, как я и предполагал. Нам сюда надо. Закрыто. Монетка. Монетку не берет. Я им не пользуюсь практически монетками-то. Нам, конечно, здесь лучше не медлить. Плохо будет. Такой медленный парень. Ой-ой-ой, кто проснулся? Ай! По-моему, не один проснулся. Черт. Ну, у меня есть вариант, как его сделать.
Готово. Да заманим. Дверь должна открыться. Отлично. Проход к серверной свободен. Я обхожу территорию. Сюда, на помощь! Черт! Я случайно. Я хотел их сюда загнать. Что, мы снова здесь? Я нам еще немножко второй раз повоевал. На. Меня завалили, конечно, спецназовые скотины там они. Так, ладно. Сейчас вроде все получше, но с патронами беда. Конкретная. Ой-ой-ой. Нет, не нравится уже. Ну там мин у меня осталось, блин. Я пойду ее заберу. И так мин мало. Интересно, какая скотина проснулась? Твою мать, нет, не пойду. Кстати. Может его минка сейчас? Чё, бля, не мой что ли? Сука. Иду. А ты где мне? Здесь где-то, да, стоишь? Ой, ой, всё, валим. Почему вы прячетесь? На помощь! Опа, кажется, минка всё-таки сработала. Сработала минка? На, не слепый щенит. Причем, ну-ка, сейчас воюю немножко. Он должен быть где-то рядом. Вот там. Ну-ка, идите сюда, все идиоты. Ладно. Чё? Я так поприкалывался немножко. Они сюда не зайдут. Так. А, огнетушитель всё здесь нету, да? Им здесь как-то пофигу. Минку сделаем. Кстати, у нас доступно последнее купить вот эту войдушку. Бля! А, я подумал этом. Я их покупаю, кстати, делаю мины, а это боеприпас. Вот это, если я сделаю, боеприпас соберу. Так что я не буду делать. Ты не сможешь прятаться вечно. Ладно. О, пластиковая бутылка, это хорошо. Это хорошо. Это же патроны. Безразговорочно. Патроны. Вот это еще сделаем. Тоже пригодится. Иду. Черт, люди Боринского. Надо разобраться с этими ребятами. Как нам с ними разобраться? Кто там? Кто идет? Отлично. Так, сделаем сразу. С этим покончено. Конь, что тут? Ух, боеприпасов побольше стало. Нам только надо это. Пластику бутылок. Все, Картер. Фу, Соня, беги. Картер. Ду-ду-ду-ду.
Эти компьютеры уже давно не используются, но они все еще подключены к сети. Мы можем использовать их для того, чтобы добраться до файлов Боринского. Вот оно! Боринский собирался сделать 6 ядерных бомб, но 3 так и не были активированы. Значит, остались еще 3. Как нам найти их? И что делать с радиацией? Сенсоры на станции должны были засечь ее. Но они молчат. Именно. Итак, если бомбы все еще на станции, почему сенсоры не реагируют? Хороший вопрос. Подожди-ка, приказ. Боринский отдал приказ спецназовцам. Реакторы, секретные коммуникации, охранять подземные помещения. Подземные? А что там под землей? Ничего интересного, насколько я знаю. Оборудование и подземные гаражи. Тогда зачем Боринский послал спецназовцев охранять эту зону? Весь персонал в подземных помещениях носит персональные дозиметры. Дозиметры? Приборы для измерения радиационного излучения. Возможно, оставшиеся бомбы хранятся под землей. Вот почему на них не реагируют сенсоры. Ты сможешь отыскать бомбы? Не знаю. Мне нужен счетчик Гейгера. С этим не должно быть проблем. Когда найдешь бомбы, их нужно обезвредить. Погрузи их в резервуар для отработанного топлива. Это выведет их из строя. А затем мы покажем их президенту. Да, и когда президент увидит их, он поймет, что задумал Боринский. Вроде как на словах все просто, как всегда, да? Найти, погрузить и все, и показать. Спасибо, мистер Гейгер. Вероятно, бомбы хранятся в подземном комплексе атомной станции. Надеюсь, мы сможем их обнаружить при помощи счетчика Гейгера. Прежде чем возвращаться, нужно будет провести бомбы через дезинфекционную ванну, чтобы обезвредить их. Ну-ну. Я в комнате перед реакторной. Здесь лестница, она ведет в подвальные помещения. Бомбы должны быть там. Следи за счетчиком Гейгера. Мой рентгеновский прибор тоже должен их засечь. Скорее всего. Ох, это миссия, этот уровень. Так-то уровень очень большой по размерам. 3 бомбы, в общем, найти надо, убивать нельзя. Очень много врагов будет. Причем одни спецназовцы. Эти полицейские, все, больше их не будет. Печалька. Ну ладно. Я, в принципе, помню так-то, где находятся бомбы. Много времени не займет. А мы сейчас сделаем, знаете как? Сэкономим патрон. Ушел, да? Ну и как всегда, поднять могут. И это будет очень тяжело. Господи, я даже не знаю, как лучше это сделать. Давайте так, что ли. Блин, увидит эту мину мою сраную. Без ряда. Там вернешь мину. Хочу. Здесь будем вырубать все. А, у нас еще одна батарейка есть, да? Это хорошо. Чуть можно взорвать? О, можно. Хорошо. Вернемся назад. Ты... Это тут кругами, который пошел? Вот черт, а если он сюда придет? Твою мать, все-таки нашли. Здесь кто-то есть? Хочешь быть? Нашел. Помогите! Первую. Помогите! Я чувствую, будет жарко. Ну да, там, я не знаю, может, ты под телом не спрячешь, как бы, минуту. Ладно, если он там где-то... Твою мать! Не хочу сдыхать.
Блин, а как так он меня увидел? Вот вы хухуля. Подлюга. Блин. Может руку... Ую! Чё-то это место какое-то проклятое, если честно. Пойду другим путем. Блин, еще разделились. Скоты. Тело увидел, да? Блин, тело увидел. Ну ладно, они сейчас вместе, наверное, пойдут. Блин. Пробежим. Уй ты. Сдавайся, дорогой. Кто идет? Что? Все-таки не пробежал, да? Хотя бы чуть-чуть патрон. Да, я не думал, что здесь так вот это место затянется. Еще причем такие будут проблемы. Обычно все налегке. Так. Я не знаю, у меня свой один путь, как бы я всегда по нему следую. Может тут несколько, ну тут как хочешь иди. В любом порядке еще могут. Ну, мы не будем бродить. Это очень опасно. Вот гараж самый сложный сейчас будет. Это просто хрена у тучи. Он бомба, кстати. Ну, показывают. Один пока они еще там, наверное, не появились, блин. Они сейчас появятся. Там их несколько вообще. Тут я, конечно, сейчас с минами растрачусь по полной. Ну ладно. Кто сказал, что будет легко? Так. Значит. Отряды А и Б. Доложите, кто идет? Все чисто. Конечно, чисто. Мы сейчас сделаем бах. Сохранимся. О, блин, я ж забыл, что убивать нельзя. Тьфу, голубая башка. Ну ладно, хоть успел сохраниться. Сохранился, я додумался сохраниться. Отряды А и Б. Доложите обстановку. Да, еще мину надо. Большая эфирная. Какие, блин, это? О, как! Все, я взяла. Так. Так. Подбираем что тут. Ну, патроны мы... Кстати, надо перезарядиться. Хотя, не нужны эти патроны. Что перезаряжаться? О. Что? Они рано ли? Блин. Надо к черту валить отсюда уже. Все в порядке. Мышка. И я нашел вторую. О! Мышку убил. Нормально. Ничего. Я сейчас весь рентген уже, кстати, растрачу. Я уже, знаете, сколько потратил на этом уровне. Кстати, эти баллоны можно взорвать, стрелять по ним. Мне нравится, кстати. Твою мать, ты откуда взялся тут? Соня! Вот. Эй, Соня, что там у тебя? Блин. А раньше ты не могла сказать? Что мне теперь с ними делать? Найди последнюю бомбу и иди их сюда. Ну что потом? Что, черт побери, нам с ними делать?
Соня, хоть попал. Что мы будем делать с бомбами? Соня, ответь! А, черт! Я понять себе, откуда они здесь взялись и почему. Они должны были уже давно тут пройти, если они должны были пройти. Да, я не знаю, я их всех убиваю, конечно, так-то убиваю. И не знаю их маршрут. Может, чего-то. Что-то и должно было как-то так и быть. Так и было задумано. Я знаю, ладно. Ну, это меня не заметить с первого раза. Так что есть шанс сбежать. Время. Так, последняя бомба здесь недалеко находится. Кстати, сохранимся. Кто идет? Так. Два варианта. Шумный, ну там бесшумный. Ключ от подземелья. Ну это вот там от дверей. Там где вот эти вот закрыты, а? Гаражу уже ближе. Что? Так. Тут никого, но где-то рядом. О! Чувак, вот. Почему вы... Сюда, сюда, помогите! Я тебе помогу. Лучше сам помогу. Так, чисто вроде. У нас уже рентгена нет, кстати. О! Еще патроны сделаем. Не надо делать. Я снова бомбу сюда делал, но... К сожалению. Не тот случай. Все? Так, маленькая птичка. У нас еще полный, да? А, нет. Не полный был, нифига. А теперь полный. Ладно. Вот последняя бомба. Соня, я нашел третью бомбу. Подтверди, что я должен сделать. Обезвредить их или принести назад в серверную? Неси их сюда. Я уже иду. Соня, с тобой все в порядке? Соня? А, мистер Картер. Хорошо, что вы пришли. И как предусмотрительно с вашей стороны захватить мои бомбы. Я перед вами в неоплатном долгу. Прости, я ничего не могла поделать. Он угрожал убить меня. Молчать! Ах ты, сукин сын! Тебе не уйти от ответственности, Боринский. Президент уже едет. И когда он прибудет, он увидит, что ты используешь Чернобыль как свой личный заводик по производству ядерного оружия. Ты просто дура, если думаешь, что я не знал о внезапном прибытии президента. Но боюсь, я не смогу с ним поздороваться. Видишь ли, у меня появились срочные дела. Можно сказать, взрывного характера. В этом месте полно твоих отпечатков, Боринский. Ты оставил следы по всему Чернобылю. Вряд ли ты успеешь их замести. Можешь уходить. Все равно тебя скоро вычислят. Видишь ли, Картер, я тот, кого вы, американцы, называете полным отщепенцем. Я позаботился о достаточно быстрой и тщательной уборке. Найди Тимошенко. Заставь его включить третий и четвертый реакторы на критическую мощность. Да, товарищ полковник. Что? Как все неудачно складывается, Картер. Вот видишь, если бы не твоя журналистская любопытность, которая заставила тебя сунуть нос не в свое дело, президент просто ушел бы в отставку. А теперь его блистательная карьера неожиданно и необратимо завершится. Прежде чем он поймет, что произошло, реакторы расплавятся. И Чернобыль взлетит на воздух вместе с президентом. Ты с ума сошел? Взрыв уничтожит целую область. Этот регион будет заражен в течение сотни лет. Верно.
Это, несомненно, озаботит лидеров западных держав. Перед лицом такой ужасной трагедии они будут вынуждены протянуть руку помощи новому советскому правительству. Сильному правительству, которое позаботится о том, чтобы такая трагедия никогда не повторилась. Тебя признают ответственным за взрыв, Боринский. Меня? Фотографии службы безопасности станции, которые чудом уцелеют при катастрофе, покажут, что ответственность за эту трагедию несет некий гражданин США, вероятно, агент ЦРУ. Вы, мистер Картер, вас послало ваше правительство? Или вы агент-одиночка, превысивший полномочия? Оставим это на суд историков. А пока отношения между Советским Союзом и Соединенными Штатами станут весьма напряженными. Только, боюсь, нам пора. Думаю, стоит захватить вас с собой, мистер Картер. Если я привезу с собой виновника трагедии, причем живого, Политбюро выдаст мне орден за заслуги перед Отечеством. Боринский, ты забываешь, что я тоже все знаю! Я... Верно, верно. Но это уже не имеет значения, поскольку ты останешься здесь наблюдать за тем, как плавится реактор. С научной точки зрения это будет завораживающее зрелище. Многие ученые отдали бы жизнь за то, чтобы стать свидетелем подобного взрыва. Что, в общем, с тобой и произойдет. Василий, возьми нашего американского друга... Только не в багажник, только не в багажник. И брось его в багажник. Кажется, ему там понравилось. Безумец! Кто? Я? Разве я навязал советскому народу западный образ жизни, ведущий к хаосу? Это я разрушил на корню экономику страны? Из-за меня голодают люди? Разве я уничтожил саму основу нашего общества и натравил друг на друга народы бывших республик? Нет, я всегда заботился о благе моего народа. Я один слышу плач и стоны матушки России. И только я отважился протарить путь, который приведет к возрождению великой державы. Этот путь я выбираю добровольно, ибо в этом моя судьба. И пусть это начинается прямо здесь. Грушков! Грушков, ты меня слышишь? Грушков, мне нужна твоя помощь! Да, вот так вот. Все меняется. Раскрытый ублюдок. Он захватил Соню и заставил ее сказать мне, чтобы я принес бомбу в серверную. Боринский безумец. Он собирается взорвать Чернобыль, чтобы скрыть свои следы преступлений. К тому же он надеется, что после такой катастрофы Запад с раскрытыми объятиями будет приветствовать нового сильного лидера, способного восстановить порядок. Плохая новость состоит в том, что Боринский собирается свалить всю вину на меня. А хорошая в том, что он до сих пор меня не убил. Похоже, я снова увижу Кремль. Едем в Кремль. Снова. Я что-то не горю желанием уже туда снова возвращаться. Товара захватила. Ну ладно. Да, товарищ, я все понял. Начать увеличение температуры ядра реакторов. Тимошенко объяснит, как это сделать. Правда, боюсь, ему не очень понравится мысль об ядерной катастрофе. Я напомню ему о его обязанностях, товарищ. И еще одно. Мне только что позвонили с Лубянки. Они нашли того новобранца, который должен был заменить Василия. Разве он не здесь? Нет, его нашли без сознания в кладовке на Лубянке. Но это значит... Да, у нас здесь шпион. И кажется мне, это наш старый друг Грушков. Мне нужна его голова.